главное, ознакомились? Да. Еще заявление ходатайства было в купе? Можете изменить ходатайство, да. То есть просим огласить протокол допроса подозреваемого в качестве подозреваемого Протасова. Том дела 116-119, том 4 и его же показания, данные в качестве обвиняемого. Том дела 4, через дело 125-127. Данные показания оглашались? Нет, нас оглашались только показания от 27 января и дальше, а это первоначальные показания, они не исследовались. Юрий Александрович, поддерживаете? Да, я также хотел бы добавить, что прошу огласить также мои показания, данные на продление срока содержания под стражей. Данные мною в суде. Еще раз. Определенный срок содержания под стражей и показания. Там только по мере пресечения вы можете что-то пояснить. Я по мере пресечения пояснял, что вот так и так деньги я признаю. А... Ходатайство по оглашению показаний в качестве подозреваемого. Еще раз назовите, пожалуйста, это дело, том 4. Том 4 или дело 116-119. И в качестве обвиняемых 125-127 тоже, да? Честь считаю ходатайство необоснованным, немотивированным. Оснований, предусмотренных статьей 276 Уголовно процессуального кодекса для оглашения показаний подсудимого в данном случае не имеется. То есть, если в одном из предыдущих судебных заседаний по ходатайству стороны обвинения были оглашены показания подсудимого, которые он давал в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, это только потому, что были определенные противоречия, что позволяет в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом огласить показания подсудимого. Сейчас стороной защиты не озвучено, какие именно противоречия имеются в тех показаниях, которые Протасов давал в качестве подсудимого, и те, которые сторона защиты просит огласить. Поэтому я считаю, что оснований для оглашения этих показаний, которые Протасов давал 20 и 21 января 2016 года в качестве подозреваемого обвиняемого, не имеется. Да. Защита желает пояснить? Ваша честь, да, поясню. В принципе, я считаю, как раз противоречие усматривается, потому что согласно первых показаний, которые Протасов давал после задержания, он пояснил по обстоятельствам дела, обвинение заявляло ходатайство, да, действительно они разнятся с теми показаниями, то есть дальнейшего показания, которые он давал в суде, но учитывая, что то есть у нас сторона обвинения ссылается, будет, я так понимаю, ссылаться на его показания признательные данные в ходе следствия, я прошу также огласить эти показания. Те же показания также давались при защитнике, имеют одну юридическую силу, ну, чтобы для объективности рассмотрения дела, считаю, они положены. То есть человек сразу был задержан, фактически в этот же день дал показания, и, ну, вряд ли у него была возможность придумать, обсудить что-то или дать уложенное. Поэтому я все-таки ходатайство поддерживаю. Еще будут дополнения? Да, Ваша честь, давая первые показания, я давал их без морального давления, то есть говорил все, как обстоят дела на самом деле, но эти показания были не устроили никого, основание этих показаний меня закрыли под стражу. Прошу их огласить. Что ты пожелаешь дополнить? Ну, после не участника процесса, все-таки вы когда-то своего удовлетворить, представить стороне защиты возможность огласить показания. Том 4 лист дела 116-119. Показания в качестве подозреваемого Протасова Юрия Александровича 21 января 2016 года. Значит, допрос начал 10 часов 20 минут, окончен в 11 часов. При допросе участвовал адвокат Частотина. Также разъяснялись права подозреваемому. Так, показания по существу, заданных мне вопросов, могу пояснить, что в период с 01.10.2015 по 30.12.2015 года я работал в должности ведущего специалиста ГКА РХ УКС по надзору за строительство в поселке Шира Ширинского района Республики Хакасия. В мои должностные обязанности входило технический надзор за строительством домов в поселке Шира согласно
проекта сметной документации. В моем трудовом договоре полностью отражены мои должностные обязанности. По существу возбужденного в отношении меня уголовного дела могу пояснить, что взятки я не получал, в том числе от Смольникова. Про Смольникова мне известно. Меня в должности ведущего специалиста ГК РК УКС, Смольников являлся генеральным подрядчиком при выполнении работ по строительству объектов жилищного фонда при реализации мер по восстановлению жилых домов и объектов жизнеобеспечения, пострадавших в результате природных пожаров, происшедших на территории поселка Шара. Каких-либо договоренностей либо денежных обязательств ни я, ни Смольников, связанных с выполнением должностных обязанностей, не имели. Между нами сложились исключительно служебные отношения. В соответствии со своими должностными полномочиями я подписывал формы КС-2, КС-3, но и не подписывались. Кто их подписывал в настоящее время, не помню. Форма КС-2 мною подписывалась только после проверки построенного объекта на качество работ. В случае обнаружения некачественно выполненных работ никогда форма не подписывалась до устранения выявленных нарушений. Больше по существу моего подозрения в совершении преступления добавить нечего. И есть дело, том 4, 125, 127, протокол допроса обвиняемого Протасова от 20 января 2016 года. Допрос начат в 11.30, закончен в 11.40. Так. Также участвовал защитник Чистотина. По существу предъявленного обвинения Протасов показал следующее. Поддерживаю данные ранее мной показания в качестве подозреваемого. Более к данным показаниям мне добавить нечего. Свою вину в инкриминируемом мне преступлении я не признаю. Использую статью 51 Конституции Российской Федерации. Буду сведения участникам процесса по ходатайству, заявленному в предыдущем судебном заседательстве. Заседание было сделано. Вопрос принадлежит по принадлежности номера 923-396-6423 Юрию Александровичу. Я пришел положить, потому что я действительно данный номер зарегистрирован. Еще будут заявления о ходатайстве. Да, ваша честь, другое обвинение заявлялось в прошлом судебном заседании непосредственно о получении детализации телефонных соединений абонентского номера, вами оглашенного сейчас, которым пользовался Протасов за период 18 ноября 2015 года с указанием базовых станций приема сигнала в момент разговора Протасова. Ходатайство было судом в прошлом судебном заседании. Еще настаиваем на заявленном ходатайстве.